С окончанием школьных каникул в Одинцовском районе возобновилась военно-патриотическая эстафета «Салют Победе», которая посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. В театральном центре «Жаворонки» мероприятие началось с концертной программы Народного театра «Крылья». Поклонимся великим тем годам. Обещал с войны вернуться сын родной своей мамане. 40 лет почти прождала на сибирской стороне. С 13 по 20 сентября в Жаворонках проходили различные патриотические акции и открытые уроки. За это время символы победы побывали в школах, детских садах, учреждениях культуры, чтобы подрастающее поколение смогло их увидеть и прикоснуться к частице истории. Уже 5-й год, вот мы идем верным путем, мы вспоминаем каждого участника Великой Отечественной войны, каждого героя этой войны, каждого труженика тыла этой войны, каждого ребенка этой войны. И вспоминаем эти страницы, и нам рассказывают очевидцы. Это дорогого стоит. Светлана Дэвис подчеркнула важность таких встреч для юного поколения. Очень важно, чтобы вы понимали два таких понятия. Родина в большом смысле этого слова – это огромная наша страна. И наша маленькая родина, наши любимые Жаворонки – это то место, за которое прежде всего нужно будет стоять, за свою семью, за свой дом. Теперь символы четвертого этапа – стальной нагрудник, копия Знамени Победы, государственной реликвии России, а также капсула со священной сталинградской землей перешли в сельское поселение Чистцовское.